Всем привет! Канал Большие Машинки. Сегодня делаем тормозные валы. Вот с этой машины. Два задних, два передних. Поехали. Нам нужен размер 41,95. Сделал 42,3, 42,2. 25 соток оставляем на шлифовку. Так, продолжаем. С токарного станка переместился на круглошлифовальный. Вал почистил проволочной насадкой на болгарку. И теперь будем выводить размер. Поехали. Касание. Так, размер вывел. Видим 42,93. Это вал передний. Его делаю чуть потоньше, потому что он идет под втулки. Иногда приходится даже 41,90 делать. В зависимости от втулок. А задний вал делаю 41,95-98. Тут идут не втулки, тут идут подшипники. Такие плавающие. Так, ну вот результат нашей работы. Валы готовы. Такое получилось видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.